Картофельным фестивалем отметились минувшие выходные. На площади Театральной в рамках ярмарки выходного дня организаторы устроили настоящий овощной праздник. Сюрпризы, конкурсы, дегустации блюд из картофеля и мастер-классы увидела и наша съемочная группа. С оригинальной утренней зарядки начались минувшие выходные в Рязани. Горожане соревновались в поднятии тяжести, несли и везли многокилограммовые мешки с картофелем. Такого ажиотажа на ярмарке выходного дня давно не наблюдалось. Фестиваль картофеля собрал на Театральной площади поклонников этого овоща, коих немало. Первый во все идет. Во-первых, картошка. Спасибо, что первый идет блюдо. И любим картофель сушить с мясом. 3-4 мешка хватает на весь год. Селекционеры подарили любителям картофеля десятки сортов. В региональном научно-исследовательском институте Россельхознадзора разрабатывают сорта, обогащенные витаминами. Занимается оздоровлением в основном 5 сортов картофеля. Это жуковский, санте, колобок, латона и красноярский ранний. На основе инвитро закупаются пробирки в Всероссийском институте картофеля. Секрет популярности самых востребованных сортов рябинушки и Елизаветы не только в цене, всего 10 рублей за килограмм, но и во вкусовых качествах. Рябинушка у нас идет лучше для жарки, а Елизавета на пюре для супа. Предпочтение картофелю какого-то одного производителя рязанцы не показывали. Потребителей больше интересовало качество, а не география продукции. Ну, главное, чтобы хорошая картошка была, с внешним видом все. Откуда это, из Коломны или из Рязанской, не важно. Грамотный ход – дать потребителю возможность не только увидеть, но и попробовать, что он покупает. На ярмарке предлагали продегустировать готовый картофель. И приготовлено хорошо. Дома не так вкусно. Элитные сорта от селекционеров или обычный клуб несдачных участков. В завершении фестиваля картофеля рязанцы скупили, кажется, всю продукцию. А поставщики успокаивают тех, кто не успел закупиться на зиму. Урожай в этом году удался, а значит, своего рязанского картофеля хватит на всех. Анжелика Королева, Сергей Грамотеев, Вести Рязань.